Друзья, привет! У нас сегодня такой опять мини-обзор. Значит, заострять внимание я особо не буду на некоторых постройках. Вот, например, вот на такой. Это у нас уже было в предыдущем видео. Наклейки на ручку двери для киосит. Ладно, хрен с ним, идем дальше. Так, здесь у нас мышка. Мышка. Дистанционная мышка идет. Я уже подготовил для нее батарейки. Так, 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 где они были-то хоть? Подготовил и потерял. Вот они. Так, вставляем. Так, так. И вот так. Значит, все, она заработала. Кнопки выкл у нее нету. Она достаточно легенькая такая. Есть кнопочка, чтобы нажимать быстрее, быстрее, медленнее. Так, значит, сейчас посмотрим, как она работает. Все, пашет, все работает, очень удобное. Колесико крутится. Ой, вообще обалденно. Стоит на 100 рублей. Ссылку оставлю в описании. Поехали дальше. Так, дальше у нас идет вот такой бампер для телефона ZTE Blade, там какой-то там ZTE или не помню. Моя жена себе заказала, она любит миньонов. И я даже подушку заказал с миньонами. Вот так вот это все ставится. Это очень просто. Оп-оп-оп-оп, защелкнули. Тут под звук, тут под камеру. Ну и под кнопки. Отлично, все. Дальше у нас очень-очень... А, ну и последнее. Очень долго ждал мой друг эту сеточку. Она уже была у него в обзоре, по-моему, в предыдущих видео. Ну, в принципе, вот и все. Не будем больше ничего распаковывать, больше ничего нет. Ну да. На этом все, пока. Ставьте лайки.